Ну как, ведущие ничего такого конкретного прям не сказали, да? Но такой был намек где-то дня 2-3 назад. Угу. Ну, типа, хочу ли я на остров? Вот. Я, в принципе, подумал, полежал, да? Я бы на остров полетел бы с тобой, бы, конечно, только если... Вот, но опять, я бы на остров полетел бы не меньше, чем месяцев на 5. Вот, там на 2-3 месяца я лететь не хочу, смысла никакого не вижу. Вот, если на месяцев 5 бы, да, действительно, я бы полетел. Просто, понимаешь, здесь как надо? Здесь надо понять, с какой миссией мы туда летим, понимаешь? Вот, мы, грубо говоря, должны там определенно уже знать, с какой целью мы туда летим, да? Ну, нет, естественно, строить отношения и жить, это, ну, не обсуждается, вот. Но если мы там, понимаешь, да, будем просто так жить... то, ну, я ради отношений, тоже, да, людям будет все неинтересно, да, и в плане того, что, понимаешь, вот в ОСО, видишь, все-таки у ведущих, наверное, было такое прям, знаешь, то, что там сейчас в ОСО, там, да, кувыркнет весь остров, да, но я не знаю, почему в ОСО, как тебе сказать, ну, притормозил в этом деле, да, потому что там, ну, мы видим, там, Настя Лисова, эмоциональный человек, да, Кристина Дерябина, эмоциональный человек. В ОСО там, в принципе, сейчас бы, ну, если взял бы вот эту миссию, да, которую я в своей голове держу, руки, да, он бы был бы там королем острова. Потому что Игорек целый, ну, они уже без 5 минут как муж с женой, понимаешь? Угу. Игорь уже не будет там. Семейный. Да, Игорь уже, к нему уже как к семейному можно относиться, потому что Игорек уже, ну, понятно, что у него там долгие отношения с Эллочкой, вот. И я думаю, что у них там будет все хорошо и все дойдет до свадьбы, вот. А Васо, Камила и Дерябина и Лисова, он там мог бы быть сейчас чувствовать себя королем, да? Вот, но я не понимаю, почему Васо, ну, не взял такую, как говорится, миссию, да? И вот сидит там, ну, как говорится, видишь, сегодня вообще отказался от всех, он там, да, ему никто не нужен, вот. Я понимаю, Васо, он просто такой человек, ему нужно на данный момент такую девушку, спокойно, чтобы... Да, чтобы он ходил в спортзал, он там, знаешь, разговаривал, тупо сидел на острове, да, вот так. И все, и больше ему, в принципе, ничего не надо, ну, искупаться сходить, понимаешь? Она, ну, мы понимаем, что на этом острове, блин, конечно... Все ждут немножечко другое, понимаешь? Я это просто понимаю. А что бы ты внес в остров? Вот. Ну, что бы я внес? Я бы что-то внес бы в этот, ну, на этом острове, показывал бы что-то интересное, понимаешь? Чтобы что-то такое, знаешь, там, затрагивало, там, что-то, ну, какие-нибудь трэши делал, понимаешь? Гарем, ну, треугольники? Просто, ну, при чем тут треугольники, гарем? Ну, по крайней мере, вот, ну, например, блин, ну... Ты же видишь, что мы практически остров вообще не обсуждаем, вот так по большому счету, да? А, ничего вот нового не обсуждаем. Мы думали все, рассчитывали то, что сейчас Васо туда приедет и начнет там, как говорится, наводить всю вот эту движуху, да? Ну, движухи мы как никакой пока не видим там уже, вот сколько они недели уже там пробыли. Вот, я не знаю, просто пока вот у нас с тобой, я почему тебе предлагаю, пока у нас с тобой есть эмоции, силы, да, я здесь только 4-й месяц, как говорится, вот, я еще не устал здесь на проекте, пока у нас есть действительно силы, и мы что-то можем показать, я считаю, что можно полететь на остров. Ссоры в паре Ольги Рапунцель и Ильи Яббарова – обычное дело. Вот и сегодня ребята вновь поругались. Ты ненормально, что ли, я не пойму? И сколько с тобой раз разговаривал, чтобы ты руку не поднимала? А? Иди давай. И ты сколько раз говорил, чтобы ты руку не поднимала свою? Или ты не догоняешь вообще ничего? Я с тобой разговариваю сейчас на данный момент. Ты не слышишь меня, что я тебе говорю? Пошли, Егор. Венс, пойдем со мной. Ты не слышишь, что я тебе говорю, а? Идиотка, ты не слышишь, что я тебе говорю? Что ты из себя начинаешь придуряться, что я, что ли, виноват в этом, а? Что ты себя строишь, я не пойму, здесь королеву. А? Не ори на меня. Я не пойму, ты что себя здесь так ведешь, а? Не разговаривали. Ты что себя так ведешь, я не пойму. Посмотри за себя, как ты себя ведешь. Ты себя как ведешь в первую очередь? Ты себя как в первую очередь ведешь? Ты почему руку поднимаешь опять я на меня? Я не хочу ругаться. Ты почему на меня руку поднимаешь, я не пойму. Потому что не дал мне пройти. В смысле не дала тебе пройти? Ты ничего не перепутала? Иди, отшвырнула меня. Говори, мне так неприятно с тобой разговаривать. Это твой такой был сейчас лексикон около двери. Ты что, не помнишь, что ты мне сейчас говорила? За вчерашний. Что ты меня отшвырнул? Я перед тобой извинился. Я перед тобой извинился. Вот эти оскорбления, то, что мне вонючие ноги. Я перед тобой извинился. Не слышала я, не я тебе на ушко сказал, что у тебя пахнут ноги, понимаешь? Ты... На ушко тебе тут сказал, тут понимаешь? Тебе говорил, это ты уже всем сказала. Это ты уже всем сказала. Ты что, дурак, а я тебе сказал, на ушко сначала Ой, подошел, понимаешь? Рассусоливать эту тему. Рассусоливать. Все.
твои мозги встали на 15 лет, все, и они там вот стоят, понимаешь, просто вот на 15-летнем возрасте твои мозги встали, понимаешь? На 15-летнем возрасте твои встали мозги. Не ной, нытик, не ной, понимаешь? Ноешь. Да, я беззащитный, ее все обижают. Руки не поднимай, поняла, я тебе сказал. Руки не поднимай, свои. Не ори. Нет, я устала уже, правда. Как нет, ты можешь правда так ко мне относиться? Вот реально, Илья, вообще. Ну не плачь только, пожалуйста. Ну не плачь. Ладно, я исправлюсь, честно тебе говорю. Ты ржешь, остынешь. Нет, знаешь? Клянусь, нет, я исправлюсь, я тебе обещаю. Только ты не плачь, ладно? И не истери, не поднимай, пожалуйста, на меня руку больше. Я тебе честно говорю, что я исправлюсь. Я тебя прошу не о многом. Пусти, не подходи, послушай, не цепляй меня. Я же тебя прошу не о многом, чтобы ты не поднимала на меня руку и не кричала, и все. Но это же несложно так сделать. Почему ты меня что-то просишь? Я же должен делать, а почему ты не должна делать? Ты психованный, как я могу тебя тронуть? Ну, как я психованный? Тронуть, да как ты боишься, если ты на меня кричишь и поднимаешь руку? Ты можешь вообще все хотя бы день, два, три... Нет, ты можешь хотя бы день, два, три... Хорошо, нет, вот не ругаться, пожалуйста. Можешь ты или нет? Я устала уже, я тебя прошу об этом. Понимаешь? Мы недопонимаем друг друга. Мы совершенно разные. Ну что, а так будет лучше, если мы будем по разным сторонам? Так тебя вот на день хватает, понимаешь? Ну как на день? Потому что ты... Мы с тобой не общались, ты мне вон там вот опять начал меня скрывать. Я даже не помню, может, я его просто выпил. Мы можем вообще поменяться или нет? Вообще кардинально. Ты нет. Илья, почему ты нет? Не я могу. Тебя не поменять. Просто ты не меняешься, понимаешь? Тебе далеко, тебе говорю, ты не сможешь быть мужиком. В смысле? Что ты, зачем так вот сейчас говоришь опять? В смысле, я готов ради тебя меняться, ты почему-то да не меняешься. Да я не вижу, ты ведешь себя похабально, по-хамски ко мне относишься. Понимаешь, все, что хочешь, то и делаешь. Твои выходки вот эти, как ты меня трогаешь, меня это раздражает, отталкивает, понимаешь? Ну а как я тебя трогаю? Ты, я тебя обнимаю, целую, спокойно. Тебе не нравится? Да ты скажи, если тебе не нравится, вот это, а в смысле наигранно, Ну поприкалывались, поржали, да и все. Что здесь такого-то, я не пойму, я что такого делаю? Я что, с тебя там, с тебя там штаны снимаю при всех или что? Да, ну, что трогаешь, зачем ты обманываешь? Я тебя обманываю. Оль. Я не хочу разговаривать. Почему? Почему? Я с тобой разговариваю, вот я считаю, ты некрасиво взяла, просто ушла и все. Ты на меня сосал. Почему, когда люди, идут, ты просто... Ты делаешь меня одну, виноватую. Оль, почему, когда люди сейчас вот на данный момент подходят, и ты разворачиваешься ко мне попой и уходишь? Да вообще я не хочу просто, видишь, вот мне косы не хочу вообще разговаривать просто, но не хочу. Господи, так это, ничего себе, Яжна, ну что ты поешь? А зачем, для чего? Чего вы ерунду какую-то несете? А что ты на камеру смотришь? Тупые, вы что несете какую-то ерунду? Что ты всех оскорбляешь? Я вас даже не видел, вы что, вы-то тут что кричите? Я Диане говорю, что она говорит. А ты что мне говорить, что ты будешь с ней? Зачем ты говоришь, что вот эту ерунду сейчас на данный момент? Я не ерунду говорю. Ну, для чего эти цветы? Солнышко, тебя порадовать пришел. И извиниться перед тобой, чтобы ты не нервничала, на меня не кричала, не оскорбляла и не дралась. А сколько будут эти уже извинения? Мне уже так. Всегда цветы будут. Цветы буду каждый день тебе дарить. Вот ты именно что должен цветы к ногам мне. Вот вставай на колени и дари мне цветы. Как джентльмен. Че ты перебор сейчас, да? Да я уже устала, реально. Можно без повода дарить цветы? Да, на, держи, пожалуйста, я тебе цветы дарю. Сколько извинений в день уже? Вот сколько? Ты вот сам стоишь и улыбаешься, вот, понимаешь? Даже не можешь цветы преподнести красиво. Нет, я просто улыбаюсь от твоей красивой улыбки, реально. Просто я не могу... Когда ты вот так улыбаешься, ты у меня прям такое восхищение внутри. Не, реально, я искренне. Я тебе, неужели нельзя просто цветы дарить? Вот без... Вот, смотрите, как... Прости меня, пожалуйста. За что? За то, что, то, что я на тебя накричал сейчас. Я был неправ. Ты осознаешь? Да, я искренне? Осознаю. Искренне. От души цветы? От души. Клянусь, от души. Потом они в меня полетят, да, как нет, в прошлый нет, раз? Нет, ни в коем случае. Завтра второй букет будет. Ну, бери уже, не ломайся.
Не, букет красивый, шикарный, мне нравится. Лёка, уже больше. Так уж и быть. В смысле так уж и быть? Ты должна их также принять от души. Вот ты, когда просишь извинения, чтобы больше такого не было. Хорошо. Понимаешь? Думай своей головой в следующий раз, а не одни места. Спасибо, Лен. Молодец. Тебе принести этот какого? Да, пожалуйста, принеси вазу. Сейчас. Аплодисменты! Прекрасное настроение. Да, вчера мы не провели предвариловку, но есть сегодняшний день, и мы ее проведем. Пусть вчера мы были заняты. А сейчас есть настроение попеть песни, и я объявляю эту предвариловку музыкальной. И звезда интернета Рапунцель! Я устала быть обижена, унижена, оскорблена и несчастна. И беззащитна. Мне нужен защитник, надежный мужчина. Я хочу засыпать и просыпаться не с Мишкой, а с любимым мужчиной. Я жду тебя. Но я скоро домой, во Владивосток. Аплодисменты. Все равно Анастасия Кюшкина. Я тоже хочу поддержать Дарью. Да? Да, так как на той неделе поддержала она меня, я все-таки поддерживаю Дарью. Вот. И не хочу, чтобы она уходила. Вот. Илюш, нет, 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 нет. Только щечку. Так. Нет, нет, Илюш. Так. Нет. Так. Илюш, меня в губы целовал. Да, она не хочет. Илюш. Илюш. Мы сейчас порвемся. Нет, 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 нет. Илюш. Даша. Илья, внимание, тишина, пожалуйста, Рапунцель, я понимаю, что вам неприятно. Илья Ибаров, обращаюсь к тебе. Я напоминаю, что предвариловка музыкальная. Может быть, ты ответишь Павлу музыкальным номером? Давай. Ой, Илюш, отпусти. Паша. Ой, Илюш, музыкальная предвариловка, давай. Удиви нас. Полечу над ромашковым полем, вырвусь я из суеты и на волю. Я сорвусь с колеса круговерти, изменю круто жизнь всю, поверьте. Посмотрите на лицо Ильи Ебарова. Судя по голосованию, которое уже началось в Владивостоке, Ольга Рапунцель рвет его по полной, и он в шоке. В человеке года Рапунцель впереди. Да? Где впереди? Тише. Тише. Я хочу...
Тише. Первая Ольга Рапунцель, 45. Я хочу сказать, что пока Ебаров в открытую говорит, что у него пол ляма положено на первый тур, Ольге Рапунцель нужно просто снять еще одно рекламное видео. И все будет хорошо. Молодец, Кисенька, я сейчас пойду. Сейчас мы посмотрим, подождите. Голосование завтра закончится в 4 часа. Да подожди, а что вы куда вообще? Все, закончилось голосование. Да не орите. 18%, это за час. Не орите. Во-первых, вы смотрите... Вы смотрите на какие-то мультипликационные голосования. То есть вы на что вы смотрите? Где ты взял это голосование? На официальном сайте. Ну, на какой официальный сайт? Это вот это у тебя официальный сайт. Заткните этот официальный сайт. В 4 часа будет результат завтра в 16:00. Ребята, успокойтесь. Ты тоже пока не обольщайся своими 66%. Ты иди лучше бегай и ищи, чтобы за тебя проголосовали еще.